Встречать султана Байсултанова из больницы приехали коллеги из службы судебных приставов. Две недели его отсутствия компенсировали аккуратными объятиями. Раны от пуль на левом плече, руке и ноге еще заживают. Меня здесь выписали, я теперь буду ходить под свою подведомственную клинику. Она находится на первой линии, это Водникова. Перевязка. Там уже травматолог будет смотреть, что делать. Ничего пока страшного нет, да все, что прошло, важные органы не задеты, кости целые, ну и мышцы тоже целые. Поздравлял с выпиской раненого пристава Владимир Алавердян. Именно он обезвредил преступника в пролетарском районном суде 8 июня. Говорит, за 10 лет службы в такой ситуации оказался впервые. Когда ранили Байсултанова, Султана Хаважевича, ну, тогда уже мне пришлось быстро, моментально действовать, потому что видели по камерам, что преступник через окно пытается скрыться на улице. На улице проходящий по делу о покушении на убийство подсудимый и был обезврежен. Зовут его Иван Костюков. В 2018-м с оружием в руках он нападал на инкассаторов, а теперь пытался бежать, атаковав конвоира заточкой. Отобрал пистолет, стрелял в приставов, но уйти от них не смог. Сотрудники исполнили свой долг, они отработали профессионально, они проявили мужество и, соответственно, предотвратили вооруженный побег из-под стражи. Впереди у султана еще несколько недель восстановления, а дальше снова служба. Такие ЧП только закаляют. Ну, когда оправлюсь, когда скажут, что уже можно идти в строй, я пойду в строй, конечно же. Работу ее никто не отменял, служба, она есть служба. Будем работать, будем служить, как говорится, родине и отечеству. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.